Привет, ребята, во всем мире, с вами Эван Кулфери, и сегодня мы вместе с вами приехали смотреть мне еще новые BMX-ы. Ребята, мы облазили весь Гомель и нашли самый большой магазин, и здесь всего лишь два BMX-а, мы сейчас с вами вместе с них посмотрим. И как бы по городу Гомелю нечего выбрать. Давай посмотрим, что здесь есть. Ребята, помните тот магазин с черным и белым велосипедом? Я думал, это самый большой магазин, но я очень сильно ошибался. Да, ну давай, веди нас, показывай. Вот, папа, покажи все вот это богатство велосипед. Вот смотрите, сколько здесь велосипедов. Ну вот, нашел. Там самокаты. Вот самокаты. Так, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем кочергу, которая нам не нужна. Так, мы большую здесь... цепь спереди. Да, большую, и сзади большие эти звездочки, вот. Ну и как бы не на промышленных подшипниках, поэтому наш это что будет, отметается. Это нам не нужно. Ставим его на место. Смотрите, ребята, пока мы выбирали велосипед, Артем присмотрел себе и самокат. Уже хочешь самокат? Нет, я себе хотел самокат перед летом, но вы мне его не купили. Как? Мы купили тебе большой самокат. Ты забыл? Ты сам его себе купил. О, вон насколько высоко. Так он вообще ёбнул. Ребята, и вот у нас второй вариант. Это Итак, Аист. У нас второй вариант, это велосипед Аист. Так, что у нас такое? Рассказывай. Смотрите, какой тут громадный руль. Вообще большой. Большущий. Огромнейший. Так, что у нас... У меня рука Давай меньше. Я тебя буду спрашивать, ты будешь рассказывать, что у нас. Что у нас на оси рулевой? У нас тут промподшипники. Промподшипники, фирма НЕКА. НЕКА. Так, что у нас на педальной оси? На педальной оси у нас тоже промподшипники. И не кочерга, да? Да. Самое интересное, что... Это хорошо. Что у нас сзади? Сзади у нас тоже промподшипники. И колеса у нас не знаю, симпатичные. А спереди что у нас? А спереди у нас подшипники насыпные. Насыпные шарики. Руль, смотрите, вот такой громадный. У меня рука даже меньше, чем руль. Так, очень сидушка хорошенькая сверху. Папа, ты мягенькая. Знаешь, что ее опустить нельзя? Она так и должна быть. Так и должна? Так. И что у нас... По внешнему виду. Расскажи. По внешнему виду он красивый. Если сварку не закрашивают, это прибавляет стиля. Да, это вообще супер. Прикольно. Ну вот такой, посмотрите, звездочка маленькая спереди, звездочка маленькая сзади. Фирма Кенда, это колеса у нас резина, да? Так, ну что еще? Вот такой вот, смотрите, ребята. Как вы думаете, вам нравится или нет? У нас Мне еще будет нравится. Один вариант посмотреть велосипеды в этом магазине. Но этот велосипед стоит очень, даже ничего, за свои, свои характеристики. 533 рубля. 534 рубля. 534, да? Белорусскими. Так, ну вот такой вот, как бы интересный вариантик. Давай-ка присядь, померяй его размер. Ого, да он длиннющий. Ну да, смотри, какой он здоровущий. Он большой. Сядь, как ты будешь сидеть на нем? Вот так, буду на нем сидеть. Ты все время будешь сидеть и сутулиться. Нет, на нем не надо сидеть, на нем надо вот так, стоя ехать. Стоя? Ну давай тогда попробуй прокатиться. Сидеть Потом... здесь вообще неудобно, потому что смотрите до колена. Прямо давай, прокатись и посмотрим, что ты нам скажешь в конце. Ребята, он так быстро разгоняется вообще. А попробуй сделать какой-нибудь трючок. Ого! Ох, он тяжелый! Вообще невозможно. Ребята, вы говорили, что мой вел слишком тяжелый, а вот и нет, этот тяжелее, наверное, в раза три. У тебя даже не получается поднять попу. У меня даже хоп не получается сделать, который я на своем велике делаю на сантиметров 7-8. Но как бы этот более надежный, потому что у нашего сломался руль. Кто не посмотрел серии, где мы его ремонтировали, у нас полностью вилка развалилась наша, отделилась от руля. Ну и каждый раз у нас какие-нибудь приключения. Да, каждые выходные у нас какие-нибудь с ним приключения. Занимаемся каким-нибудь ремонтом. Поджимаем что-нибудь.
О, мы еще про педали не посмотрели. Так, педали размера Элька. Стандартные педали. Элька. Не сильно дорогие. Ну, какие? Так, ну, а что есть ты дорогие думаешь про педали? Я думаю, очень классный велик. А давай тогда переходим на следующий велосипед. И пускай наши подписчики выберут, какой же тебе взять. Этот, либо следующий. Давай. Ребята, мы переключаемся на следующий велосипед. Ребята, и вот мы приехали в другой магазин, и вот какой здесь велик. Получается, это тот же магазин, просто в другом филиал, месте. Филиал, да. И вот какой мы тут велик нашли. Та-дам! Та-дам! У него промподшипники сзади, у него промподшипники на педалях, у него промподшипники спереди, у него промподшипники на вилке. Не на педалях, наверное, здесь, наверное, просто подшипники. Да? Ты, наверное, имеешь в виду ось. Да, вот это. Так, тут еще какие-то, говорили, фирменные тормоза, потом фирменные колеса, фирменные сидушки, фирменный руль. Все, и, короче, мы тут не разбираемся. Что здесь, давай, написано? Так, цена у него. 828 очень, кстати, рублей. Очень, кстати, неплохая большая цена. Поэтому, блин, надо думать. Ребята, так что советуйте, какой нам лучше взять. Стоит ли его брать или нет? Но да? Он однозначно легче. Полегче, чем тот, да? Да, он легче, чем тот. А сможешь ты на нем что-нибудь сделать или нет? Ну, давай попробую хобби сделать. Давай. Кстати, очень хорошо получается, сразу двумя колесами практически равномерно. Как он сидит у тебя? Как ты чувствуешь себя в седле? Седло удобное, только на нем очень плохо ездить, потому что... Нет, я имею в виду не седле, как ты чувствуешь себя за рулем этого велосипеда? А, за рулем он очень классный. Вот, смотрите, ребята, промо-подшипники спереди. Резина какая-то. КСТ. КСТ. Оператив какая-то. Интегрированная какая-то рулевая. Я, правда, не знаю, что это такое. Но нам сказали, что интегрированная. Так. Даже дальше не знаю, что сказать. Алюминиевая вода. Он классный. Сталь хай-тен, стандартная. Не хром, молибден. Что-то нам не удалось в нашем городе найти что-нибудь с такой сталью, да? Даже тот велосипед, который все говорят, ТТ Грышер, или как он называется, вот. Там насыпные подшипники на колесах, поэтому он сразу, еще раз говорю, отметается. Ребята, смотрите, здесь запас на прокрутку. Так вот. И это ничего не жмет. Это вот просто вот так прокручивается легко. Так, ну как все обычные BMX-еры делают, это что, они снимают тормоза в первую очередь? Не, я не буду себе снимать. Не будешь снимать? Мне нормально. Ты в планах у тебя руль сломать, да? А вот в другую сторону, влево, он прокручивается целых два раза. Это я уже раскручиваю раз. Ну и... что? Да. Давай, что мы там еще посмотрим? Педали. Педали. Так, педали модные. Здесь, не знаю, модные, не модные, но наверное, они гораздо, модные. Гораздо больше. Такие больше внушительные, чем у Аиста. Да. Ну, хотя Аист тоже был ничего, но этот гораздо... Аист гораздо... он вроде бы даже был подлиннее, что ли. Подлиннее? Но этот гораздо легче. Тебе легче с ним? Ну, с ним, да. Я на Аисте еле мог вот так вот сделать. Угу. А на этом легко. Ну-ка давай, а здесь ты такое сможешь сделать? Что? Именно. Ну, еще какой-нибудь трючок добавить. Я больше не умею. Не умеешь? Надо тренироваться. Ребят, сейчас я попробую сделать фейк. Папа мне сказал, что нужно маленькую скорость, потом оттолкнуться. И у нас ничего не получается, как всегда. Это надо еще раз попробовать. Давай, наверное, только туда. В эту? Да. Только тихонечко. Хорошо. Мы его еще не купили. Еще не купили, можно. Говорят люди, что ты сильно быстро крутишь педали, поэтому тебе трудно держать равновесие. Ну давай попробую сейчас помедленнее, что ли. Ты назад сильно крутишь педали, поэтому у тебя ничего не получается. Я знаю. Просто я... вот мозг, он не понимает, что... Не понимает, он ускоряет твои педали, да? Да. Нет, что это? Нет. Я на нем не могу нормально толкнуться. Скажи, какой у нас там...
У нас тут вместо... Слезь. Что? У нас тут вместо сидушки копилка. Смотрите, да, вот сюда засовываешь монетки, а потом их никак не достанешь. Так, а потом они провоняются. Ребята, короче, это называется... Это модный вел. Называется формат... Формат 3214. Он классный. Если вы про него думаете, что-нибудь знаете, советуйте нам. Стоит его брать или нет? Как ты думаешь, стоит его брать? Конечно, стоит. Стоит? Классно? Я подписчик классный. Подписчик? Встретил подписчика. Как тебя зовут? У тебя есть свой канал, собственно? Нет, меня зовут Егор. Егор, привет, Егор. Так, ну, нам подписчики советуют брать, так что, ребята, голосуйте. Если вам нравится этот велосипед, то мы обязательно его возьмем. И следующее видео будет, как мы его собираем и испытываем. Ну что, ребята, давай прощаться. Ребят, ну на этом мы, пожалуй, закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Бдыщ!